Всем привет, YouTube привет, Андрюха, это ответ на твой вопрос. Вот такие вот железочки можно использовать. Так, поясню для начала. Значит, неудобство работы под усилителями, работать, допустим, китовыми хвостами. Что мы делаем? Мы вставляем под усилитель вот такие вот как бы расширители и загоняем сюда кита. И когда работаем, он не проваливается в усилитель. Вот, допустим, как здесь показано. Вот он провалился, и неудобно работать. А так этот край опирается сюда, а этим краем верхним вы работаете. Вот такой вот раскладец. Дополнительная опора, допустим, вот маленький здесь хвостик. И он бывает, что в усилителях проворачивается. Бывают, конечно, киты, которые там... Вот эта ширина их и 3, и 5 сантиметров, там, и больше, но неважно. Но вот маленькими, чтобы вот так работать, допустим, будет удобнее, когда один край опирается на этот упорчик, а вторым ты работаешь либо так, либо так. Вот. Вот такой вот маленький нюансик. Вот, бывает, что вот такие толстые не подлазят, здесь где-то двоечка шириной, в смысле толщина металла, можно сделать потоньше. Ну, это такой примитивный, так сказать. Но я думаю, Андрюш, на твой вопрос ответил. Все, всем удачи, пока-пока, счастливо. Вот такой приспособкой можно улучшить комфортность работы под усилителями.